Like these natural recipes, they hand over by generation by generation. Из поколения в поколение передавались подобные домашние рецепты. Today I will show you some skincare and home care remedies for you. I think it will be very helpful for you. Сегодня я собираюсь вам показать некоторые средства домашнего приготовления, которые можно использовать. И я надеюсь, что это очень вам будет кстати. If you all have any doubts or any, if you need any care tips, that also I can help you to find. Если у вас возникнут какие-то сомнения либо дополнительные вопросы, Патма поможет вам их разрешить. Варить две морковки. Если у вас есть блендер, можно их помять, измельчить, кажется. Смешать так, чтобы получилась паста, однородная масса. Морковь одна часть, пол части овсяные хлопья. Одна столовая ложка меда. Эта маска имеет также и отбеливающий эффект, избавляет от пигментации. If it is only not any healthy problem, if it is because of sun-tan or aging problem, that it, если это не какие-то заболевания кожи, то тогда можно спокойно ей пользоваться для избавления от пигментации и солнечных ожогов. Do it 3 times a week. Можно делать эту маску 3 раза в неделю. Если масса кажется густовата, то можно добавить немного розовой воды. Что касается непосредственно самой маски, она хороша для избавления от пигментации, а миндальное масло разравнивает кожу и помогает избавиться от морщин. Carrot has the retinol effect, so if that will be good for the pigmentation. Морковь имеет много каротина, поэтому она хороша для избавления от пигментации, отбеливания кожи. Если ваша кожа склонна к сухости, можете в маску добавить побольше миндального масла. При наложении любой маски мы не